Вот такое вот творится в нашем Боярском лесу. Буквально 2 месяца назад я здесь убрала. Весь мусор, все отсюда было убрано, было чистенько. Не прошло 2 месяцев, опять 25. Кто-то берет, привозит и выбрасывает. И такое здесь вдоль тропинки полно. Вон куча, вон дальше. Люди просто берут, вывозят в лес. Это лес возле утеса. Здесь вообще летом очень красиво, очень красивая природа, если вы, конечно, не выбрасывали этот мусор. Вот, идешь вдоль тропинки, и одни пакеты. Вот. Люди вывозят, выбрасывают, им все равно. Люди не хотят платить за мусорные баки или я не знаю. Вот, вообще раскидано все. Прямо у входа в лес. Вот, какие-то стаканчики. Вот накладные какие-то. Это с магазина, наверное, с какого-то. Вот. Боярка, Садовая, 3. Это ж какой-то магазин. С какого-то магазина, где захотели платить за мусор, наверное, взяли и вывезли, и выбросили. Вот люди, вот что вы творите? Зачем такое вообще? Садовая 3, это где это? Надо будет посмотреть. В общем, у меня нету слов. И дальше там тоже есть. Вот, сейчас я пройду чуть вперед. Тоже куча мусора. Мусор, мусор, мусор и мусор. Вот. Вон одна, вот вторая. Вот третья. Блин, надоело. Вот честное слово, надоело. Сколько можно? И это наш лес, куда мы ходим гулять и отдыхать.